Дорогу отремонтировали, а пешеходную часть забыли. С такой проблемой в редакцию нашего телеканала обратились жители 83-го дома по проспекту Октябрьской революции. Внутридворовый проезд заасфальтировали, как и обещали, в апреле 2019 года. Тогда же привели в порядок дорожку вдоль билингвальной гимназии номер 2 и у главного входа в детский сад номер 112. Однако тротуар протяженностью чуть более 50 метров, соединяющий эти образовательные учреждения от 83-го до 87-го дома, оставили на следующий год. Губернатор сказал, что дворы делают одновременно. Приводят порядок и тротуары, и пешеходную, и дорогу. Дорогу нам отремонтировали, а пешеходную оставили. И вот уже третий год нам обещают делать. Одно письмо пришло, на 19-й сделаем, второе мы получили, 20-й год. И вот сейчас я получила очередное письмо, что уже перенесено на 21-й год. По тротуару вдоль домов номер 83, 85 и 87 каждый день проходят десятки учеников гимназии и студентов колледжа сервиса и торговли. Родители ведут детей в садик и поликлинику, пожилые горожане идут на почту. Из-за многочисленных ям и возможности травмироваться люди не пользуются тротуаром, а идут по проезжей части, где в будни проезжают сотни машин. Местные жители написали не одно обращение в департамент городского хозяйства, местную администрацию и в законодательное собрание города. Но почему каждый год откладывают асфальтирование всего 50 метров узкой пешеходной дорожки, никто не объясняет. Единственное, кто объяснил причину, это наш, значит, муниципалитет Гагаринский, непосредственно Ярусов Алексеевич. Он сказал, что ему деньги не выделили на тротуары. Обращайтесь, пожалуйста, в департамент городского хозяйства. Редакция телеканала НТС направит информационный запрос в департамент городского хозяйства правительства Севастополя с просьбой разъяснить, когда все же чиновники выделят средства на асфальтирование тротуара протяженностью несколько десятков метров и доведут благоустройство придомовой территории до конца.